Маніхуа – знаменитый день, или же звездный час. 174-175 глава. Озвучка и перевод Хана Хицугая. Клин Шон Хай. Всем приятного просмотра. Ох, значит, я просто неправильно услышал? Лин Фэй, ты все правильно расслышал. Миссис Лу довольно ясно дала понять, что актеры слишком бесстыжие, чтобы находиться здесь. Выглядит так, как будто вы не рады меня видеть. Господин Му, я просто пошутила. Простите, но я не уловил вашего юмора. Мне было интересно, почему здесь столько народу собралось. Я не знал, что это вы пришли к нам, господин Му. Ох, я уже вас покидаю, так как оказалось, что нам здесь не рады. Прошу простить за вторжение. Как так? Для меня честь, что вы посетили нас, господин Му. После того, как ты сказал это, мы с моей невестой подумаем, оставаться нам или нет. Мэнсяо, мы должны уйти. Конечно нет, сегодня большой день для компании Лу. Я одна из акционеров, как я могу пропустить такое? Чушь собачья. Это моя вечеринка, это не имеет к тебе никакого отношения. В такой большой день, как этот... Я, как один из акционеров, конечно же, должна присутствовать здесь, потому что это имеет ко мне прямое отношение. Я не единственный акционер, но я тоже дочь этой семьи. Брат, скажи мне, могу ли я представить нашу семью или нет? Конечно, можешь. Так, будет лучше, если я немного расскажу о себе. Приветствую каждого. Я Лу Мэнся, младшая дочь семьи. Сяо-сяо, это дочь семьи Лу? Не может быть! Мэнсяо Лу, семья Лу и Му станут родственниками? Спасибо, что посетили нас. В честь временной должности моего брата, как председателя, я здесь, чтобы поблагодарить его за вклад в компанию от имени всех сотрудников. Мэнсяо, что за ерунда? Это не ерунда, это очень серьезно. Тебя никто не приглашал на эту вечеринку, немедленно покинь ее. Не спеши, позволь мне задать тебе один вопрос. Не должен ли крупнейший акционер быть председателем? Конечно, у Вэнсе 50% акций компании. Без сомнения, он должен быть председателем. Ха, 50%? Откуда они взялись? Мэнсе, ты ищешь неприятностей? Господин Зао, подойдите сюда и вразумите ее. Мэнсяо, что ты здесь делаешь? Сегодня важный день для компании. Здесь не место для розыгрышей. Мой брат имеет 30% акций, а остальные 20% не принадлежат ему. Ты сошла с ума? Эти 20% перешли по воле твоего отца. Ты тоже получила 10 из них. Несмотря на это, Вэнсяо должен был получить все проценты. С чего ты смеешься? Все визиты на документ – это соглашение между семьей Му и Лу, подписанных несколько лет назад. Тут ясно написано, что полный пакет акций моего отца должен перейти ко мне, как подарок на мою свадьбу.